Я как режиссер считаю себя ответственной за те фильмы, которые я делаю. Ведь их в том числе смотрит и мой ребенок. Рассказ «Бедные люди» Толстого интересен мне тем, что в нем культивируются, как мне кажется, все самые главные человеческие ценности – любовь к ближним, супружеская любовь и милосердие. Как часто погруженные в свои заботы и хлопоты, мы проходим мимо других людей, не замечая их сложности. Я это знаю по себе. Недавно поймала себя на том, что мне гораздо легче помогать другим людям именно тогда, когда у меня у самой все хорошо. Рассказ Толстого «Бедные люди» повествует о семье, которые сами, находясь на грани голодной смерти, не утратили желания помогать ближним. Они не могут равнодушно пройти мимо чужого горя. И это действительно очень важно помнить. Как не утратить свою человечность и любовь тогда, когда тебе самому нужна помощь? Миссия нашего будущего фильма «Бедные люди» – напомнить о самых главных человеческих ценностях, о любви и сострадании к ближним, невзирая ни на какие обстоятельства. У меня есть мечта – сделать мир лучше. Именно с этой целью я выбираю материал, который ложится в основу кинокартин. И я была очень счастлива найти рассказ Льва Толстого «Бедные люди», который войдет в полнометражный альманах экранизации «Сила добра». Наверное, вы знаете, что кинопроизводство – это достаточно трудный и дорогостоящий вид деятельности. Когда мы делаем кино, мы постоянно сталкиваемся с различными препятствиями, преодолевать которые нам помогает любовь к зрителям. Именно эта любовь является нашей самой большой движущей силой. Вместе с вами мы можем вдохновить людей на добро, человечность и милосердие. Фильм «Бедные люди» ждет вашей финансовой помощи. На сайте Planeta.ru мы подготовили для вас различные интересные бонусы. Например, имя в титрах, просмотр фильмов, картины, приглашение в театр, фотопрогулки, мастер-классы, книги, спонсорские пакеты и другие бонусы, которые вы можете приобрести, поддерживая фильм.